Мы хотим вам подарить экскурсию в золотые 80-е. На встречу с вашими любимыми и нашими, кстати, песнями также. И вот стояли мы сейчас с Валентином Николаевичем на той стороне, вот, за левой кулисой. И оказывается, я выяснил то, что Валентин Николаевич тоже имеет отношение к вашему празднику, он тоже имеет отношение к строительству. Вы можете ему поаплодировать, дело в том, что он построил замечательный дом. Да, где мы были, он нам проводил двухчасовую экскурсию к своему двухэтажному. Вот. И еще он имеет отношение к строительству, вот каким образом. Он закончил строительный техникум. Так что это и наш тоже отчасти праздник. Поэтому для вас и для нас ваши любимые песни. Ты пролетаю.
С тобой
в День строителей. Ну, так как мы предложили вам в начале экскурс в золотые 80-е, так же давайте отправимся еще чуть-чуть назад. Давайте сделаем следующим образом. Это тебе, Валерий Петрович. Спасибо. Ну, можно уже поаплодировать. Я думаю, что это всем сегодня. Заслуженный прораб российской страны. Наряду с остальными бригадами. Вот. Так вот, давайте отправимся сейчас, отсчитаем столько лет. No!
все плохого.